Чувашии идет заготовка кормов. Уже убрано около 60 тысяч гектаров, заготовлено более 40 тысяч тонн сена. От этой работы зависит предстоящая зимовка на животноводческих фермах. В одном из сельхозпредприятий Яльчикского района побывала наша съемочная группа. Работа в сельхозпредприятии труд кипит с раннего утра до позднего вечера и не останавливается ни на минуту. Общая площадь многолетних трав здесь более 400 гектаров. Пока погода стоит отменная, механизаторы спешат скосить как можно больше сена и отправить его в ангар. Ведь даже после мелкого дождя траву повторно нужно просушивать, иначе она сопреет. СХПК труд – это хозяйство высокой культуры земледелия. Последние годы средняя урожайность составляет более 30 центнеров с одного гектара. Проводится планомерное обновление посевной почвообрабатывающей уборочной техники. В целом в Яльчикском районе на многолетние травы отведено 10 тысяч гектаров земли. Косовица проведена на площади 95%. И заготовлено 4400 тонн сена, или 42% к плану, и около 14 тысяч тонн сенажа, или 45% к плану. Сенаж является важным и незаменимым компонентом в рационе питания крупного рогатого скота в зимний период. В целом по республике его заготовлено около 80 тысяч тонн. Какие покосы, такие будут и надои. От качества сенажа напрямую зависит и качество получаемого молока. Рифат Фаткулин, Алина Сусмятова, Александр Петров, Республика.